Главный фильм недели пермской видеокомпании «Лагосброс». Популярная дописка комедии, суперхиты, семейка Брэди 1 и 2. Убойная комедия, боевик Джадж Рейнхольд, Дэнни Девито в фильме «Головной офис». Ломовой, фантастический боевик Роберт Дэви «Знак молчания». Легендарная эротическая комедия «Греческая смоковница». И главный фильм недели – суперхит, разгромный боевик «Ураган», «Автоматик» в главной роли Оливье Грюнер. Подробности в программе «Е» на телевидении «Максима». Генеральный спонсор «Уралгрейд».